Ты тоже талантлив и хочешь стать популярным? Тогда снимай видео в iTube. Набирай популярность и монетизируй творчество. iTube. Все свои. Смотри, снимай. А следующие конкурсанты уже бывали в полуфинале первого сезона Central Asia's Got Talent. Но тогда они выступали дуэтом. Теперь же у них есть свои ученики, которые объединились с ними в группу Карина Шоу. Это воздушные акробаты, которые ежедневными тренировками, сопряженными с достаточно большой опасностью. Они уже заслужили звание больших трудяг, они уже заслужили звание серьезных талантов. Заслужили, заработали ежедневным трудом многолетним. Хрупкие, нежные девушки, худенькие, да, стройненькие, выполняют такие опасные трюки. Идея этого шоу у нас с Полиной очень давно зародилась. Поэтому в этот раз у нас не только снаряды в воздухе, у нас теперь и партерные снаряды, и гимнастические. Эта подготовка у нас была самая сложная за все наше время в данном виде искусств. Буквально за 2 недели до прилета мы с Полиной сорвались со снаряда, у нас оборвался трос. Мы готовили сложный обрыв, двойной, то есть я была на высоте на кольце, Катя должна была обмотаться полотном и лететь вниз. Ну и, соответственно, когда Катя полетела вниз, у нас лопнул трос, и Катя приземлилась вниз на маты, я на нее сверху приземлилась вместе с кольцом. Поэтому кольцо мне подпрыгнуло, рассекло мне бровь. Также был ушиб руки у Кати, то, что я сверху на нее приземлилась, разорвана мышца. Вот, до сих пор она хромает, у меня до сих пор болит рука. Очень повезло, что действительно нам центр предоставляет такие условия, что мы работаем с подстраховкой внизу, потому что на шоу самом у нас такого не будет. Вот, и просто мысль о том, что это могло произойти вне защиты, вне центра, они пугали. Я первое время не могла встать, там дыхание перебилось, не могу подняться, Полина в крови, эмоции через край. И не знаем, что дальше. Работаем с высотой, это, естественно, опасно, все к этому готовы. Но когда ты оказываешься внутри этой ситуации, а это такой серьезный первый раз, немножко нервы сдают. Это действительно немножечко так встряхивает, дает пинка, чтобы глядеть в оба и никогда не расслабляться. Ну, я даже не знаю, как это объяснить. Все равно тянет заниматься этим делом, все равно хочется возвращаться на эти снаряды. В этом номере мы решили объединить все свои таланты. Мы добавили не только воздух, мы добавили и больше циркового искусства, и что-то из гимнастики взяли. То есть номер у нас очень такой насыщенный получился. Кто низко падает, тот выше летит. Поэтому, я думаю, все равно номер получится хорошим, насыщенным. Девчонки, привет! Хочу пожелать вам успешного выступления. Пусть все результаты превзойдут ожидания. Дорогая доченька, мы с папой очень гордимся тобой. Желаем тебе и твоей команде успехов. Мы все безумно за тебя переживаем и поддерживаем. Ты наша молодец. Дорогие девочки, каждый этап соревнований пусть обернется для вас настоящей удачей. Катюшка, привет! Желаем вам успехов, хорошо выступить, с хорошим настроением. Вперед, вперед! Мы вас любим, ждем, надеемся и вообще мы в вас верим. Победы вам, вперед! Так держать. Ура! Спасибо. Ну вот, теперь все знают, что мы ревы. Что сказать? Спасибо, мамы! Мы вас любим! Вы столько терпите за нас! Очень приятно, нереально просто! Тем более мы каждую маму знаем, она каждая по слову уже мы растаяли. Несмотря на перенесенную травму, они снова на сцене и готовы удивлять. Кыргызстан представляют отважные воздушные акробатки из Карина Шоу. Thank you.
девчонки. Спасибо огромное. Вы уже выступали в полуфинале Central Asia's Got Talent. Как вам ощущения? Как в первый раз, все равно. Девушки, расскажите о своем образе. Наш образ это шуты, это веселье, это радость, которой сейчас так мало в нашем мире, и мы старались ею поделиться, чтобы немножечко внести доброты и веселья всем вам и вам, жюри, в первую очередь. Давайте поинтересуемся у жюри. Вам понравилось выступление Калина Шоу? Да. Я говорю вам да. Ситора? Спасибо. Шикарное выступление. Несмотря на то, что у вас была травма, вы так профессионально выступили. Я сейчас сижу и представляю себе, насколько вам больно и тяжело было исполнять такие тяжелые трюки. Девочки, вы железные. Мы справились. Вы супер. Спасибо большое. Спасибо вам. Вы молодцы, могли бы отказаться, да, но вы собрались с духом. Очень было захватывающе. Вот. Я получил огромное наслаждение. Давайте, девчонки, поправляйтесь. Спасибо. Будем стараться. Очень тонкими мазками создали цельное, очень качественное, очень зрелищное, очень нежное и в то же время такое яркое произведение. За это вам огромное-огромное спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Today.